проезжаем российско-казахстанскую границу. Вот она нас не пропускала уже который раз. Теперь мы уже все в Казахстане. Выдохните, везде проезжают. Сейчас самое веселье начнется. Всем доброе утро. Мы наконец-таки с оркестром добрались до Казахстана. Проехали границу. Видос показывал. И ночью наконец-таки поселились в гостинице Актюб. В городе Актюбинск. Ночью не стал снимать, но сейчас могу показать свой гостиничный номер, где я расположился. Кстати, если заметили, голос у меня чуть-чуть грубее стал, потому что прямо надо же было мне угораздить прямо перед отъездом заболеть. Ну, горло заболело, и постепенно с температурой это все перешло, и вчера мне было плохо. Ну, и сегодня не супер. Давайте посмотрим, где я расположился. Вот такой вот чистенький, уютненький номер. Тут все чуть-чуть даже в стиле СССР. Да, всякие открывашки по типу. Штопоры. И жесткая палочка. Пепельница, всякая ерунда даже есть. Телефон. Давайте взглянем за окно, что за вид у нас. Впереди видите Казахтелеком, казахстанская телекомпания получается. Вот такие вот здания. Сейчас мы поедем на открытие фестиваля, конкурса точнее, народных оркестров. Сегодня, наверное, играть не будем, будем только репетировать, а завтра уже вот в полную меру будем рвать всех приезжих, скажем так. Ну, вид нормальненький. Что хотел сказать, кроме языка, ничего особенного, отличительного я не заметил. Ну, та же самая Россия, можно сказать. Ну, что еще, давайте покажу ванную. Она очень-очень чистая, белая. Если бы я не болел, я, конечно же, принял бы ванную. Ну, я сюда вряд ли уместился бы, поэтому втрое нужно было бы сложиться. Ну, все так аккуратненько. Немножко говорю же вот в старом стиле СССРском. Лампочки. Флакончик, шампунчик. По-казахстански как? Сусобен. Очень похож на татарский язык, казахстанский. Ну, я, по крайней мере, понимаю большинство фраз. Ну, хотя в рекламных мелких. Вот такое вот помещение. Ну все тогда, ребята. До связи, потом еще что-нибудь сниму и уже покажу. Музыка несет красоту в жизни. А вы, сегодняшние творческие коллективы, как Казахстана, так и наших гостей, вы создаете красивый творческий музыкальный мир 21 века, в наш меркантильный век. В нашем обществе не хватает теплоты, мягкости, уникальности, музыкальности. А вы своим творчеством вносите в него красоту. Ага. Thank you.
Кстати, хороший фон за эти флаг. О, во, давай на ауру. Казахстанский. Нет, ты тоже я. Прогуливаемся по парку в Актубе. Вон флажочек Казахстана. Флажочек, а не флаг. Очень большой, на самом деле. Да. Кого-то колбасит. Никого нет, как и говорилось. А то он тут марафон сделал. Нет, по-любому нет. Никого? Как договорилась. Что, всем номера, что ли? Все, поехали. Все, поехали.